Hampton Inn отель. Утро, 17 число. Местное время 6 часов, по-моему. Сейчас, секундочку. 6 часов 35 минут. Мы только что научились включать. Оказывается, включаются они неизвестно как. Вот этой штукой, которая крутится. О как. А мы вчера долго думали. Завтрак в нью-йоркском отеле. Как называется-то? О, Hampton Inn. Ну что, жилой поселок небольшой, американский, перед гостиницей. Так, это наша гостиница. Мы на первом этаже, правда, живем. Но это ничего страшного. Еще один отель какой-то. Небольшая прогулка перед посещением Нью-Йорка. В 10 собраний, сейчас время где-то минут 29. Пойдем дальше. Белки, говорят, бегают, да? Смотри, белка. Белка. Бегают по улицам прям. Там отель. Вон домик сейчас. Белка забежала черная, да? Да. Пошли. Черный вокруг. Классная машинка. Около пожарной части. Это школа американская. Тут ухоженная дорога, игровые площадки. Район черный, но учатся, наверное, все одинаково. Возможно, это часовня какая-то. Забернейкл, Грэдса, Хилл. Неизвестно, что это такое. Там же тоже несколько течений. Черный пошел на работу. Нет, ну чего. Очень красивые газоны. Чисто, очень. Где? Вон белка где-то там на дереве сидит. Но район все равно по-прежнему черный. Ну это вот наш отель, по-моему. Залезла? Вот этот вот, да? Да, симпатичный. Русский водитель Саша. $100. Экскурсия 5-часовая по Нью-Йорку. Вот на таком же субурбане мы сейчас едем. Вообще на Нью-Йорк больше не жарко. Это не океан. Залив принял. Залив. Ну залив. При этом и есть этот же океан. Театр какой-то. Метро. Братья Дичавина. О, сверху метро. Ремонты. Это старое все. Станция Брайтон-Бич, метро.
магазин какой-то. Цены как у нас. В той стороне ресторан. Сейчас я туда тоже иду. Наш автобус сейчас тоже туда подъедет. Счетчики. Какие-то цифры на них. Вот сейчас покажу. На этом столько. Парковаться-то. Так, это что, набережная Атлантического океана, да? Атлантика. Не, обязательно надо ноги помочить. Выход из океана. Атлантика. Туда можно тоже взять немножко. Давай, давай. И куда же сейчас пойдет этот молодой человек? А поедет он на Манхэттен. Ну что, водичка солененькая, очень теплая, очень жарко. Вы купаться, что ли? А нет. А. Это наш автобус. Это школьные автобусы. Кинулись ноги за ним. Купить их. Сейчас мы стоим. Это, да, это самопалка, понимаешь, такие. Ну, конечно, было совершенно. Успевает тебя настраивать резко? Да, успевает, да. Мне так долго. Пока там найдет. Ну а что нужно знать? Главное, что надо все сейчас у меня не хватает. Деньги, это понятно. Я таскал мебель, это сказка такая. $7 в час платили, елки-палки, мебель таскать. Ну, все здесь люди часто очень переезжают с места на место. Бедно, про это на печку приезжают. Тут мало в цене, тут работа в полиции. Ну и переезжают постоянно. Ту машину, первую, не, вторая была. Первая была дешевенькая. Приехал на ней ровно месяц. Все же за два года по $7 насобирал, все еще один раз. Страхована страховка здесь все, страховка больше не обязана застраховаться, но есть фулка, она еще есть. В те времена для меня фулка была проблема. Да. Есть фулка, есть фулка. Гнали или стандарт? Гнали, сначала. Меня гнали не за 300. 300 у меня. Получилось так, что я как раз вечером работал в хард-сервисе, а утром в мувинге. В машине пошла, там старая машина, Chevrolet. А я пошел с выхом посмотреть. Ну, кто его был? Так ключи и тата до сих пор не ждут. Ну, что фулл каверис? Ну, фулл каверис не обязательно. Фулл каверис тоже все-таки история неприятная, потому что первый раз тебе платят, допустим. Ты как бы не виноват. Ты заходишь. Ты взяли машину и ты просил, да? Ну да, то есть тебе вернут стоимость машины. Но придет время тебе. Опять же на случай, где бы ты будешь жить? Гавич средний на 6 тысяч. Поднять на 20-30%, что-то чуть-чуть сюда. Очень дорого, да? Это все Брайтон-Бич идет, да? Вот весь Брайтон, в принципе. Это весь Брайтон-Бич.